Нам нравится всем по-разному, и мы любим разное, потому что у нас разные гены и разная душа. И поэтому мы выбираем то, что созвучно нашим генам, нашей душе. То, что мы любим и чем увлечены, то нас заряжает энергией и силой. А то, что не любим, что когда-то причинил нам боль, или нашим предкам, что передается генетически, или то, что причиняет боль духовному опыту, исторически сложившись так, то нас и тревожит, и забирает силу.